сидит, охраняет. Привет, мои любимые. Я проснулась. Иду на работу. У меня рубашечка такая, без рукавов. Вообще прикол. Не жарко, потому что я в той, вот в той, которую я постирала, в ней вообще я за это зажариваюсь на работе. Хочу позавтракать и идти на работу. Лимон и имбирь. Мяту не хочу. Вот что у меня есть, смотрите. Какая красота. Томочка Сирадзе, привет. Ты знаешь, как это вкусно. Обалдеть. Какое у нас там с вами число сегодня? Открыто сейчас зайдет. 28-е. О, воскресенье. Все выходные работают, все праздники работают. Что такое? Скоро стану миллионером. Так, луна в весах. Именинники: Александр, Денис, Мария и... Кто? Никандр. Есть такое имя? Или Никанор? Может, Никанор, но написано как Д. Ну, короче. Закончились семечки. Да этих, в принципе, и не хочется кормить. Хочется Люлю. А Люлю не знаю где. Я хочу кушать и бежать на работу. Буду кушать вот что. Тун-тун. Видите? Мой любимый творог. Моя любимая сметана. И это не реклама. И, наверное, добавлю молочка, чтобы было пожиже. Потому что, когда сухое, не люблю. Еще у меня есть вот чего. Яблочко. Вот такая у меня еда. Сегодня. Сейчас прочитаю вам свой стих, мои любимые. Только на это. Вот это все наложу. Одной рукой неудобно. А подставки под телефончик у меня нет, вы знаете. Смотрите, я положила немножечко сахара, ложку столовую. Потому что очень кислый сыр я попробовала. Вот творог. Очень кислый. И смотрю, так красиво вообще. Невозможно передать. Короче, сижу, втыкаю. Мне на работу бежать. А я вся в этом. О, смотрите, как сердечко получилось. Так, сердечко, видите? Ну, в общем, вот такая вот у меня тут игра. Сметанка густая, смотрите, какая. Поэтому я сейчас буду добавлять молочко. У меня такой завтрак. Я не знаю, съем я целую пачку. Но думаю, я девочка крупная. Блин, как неудобно смотреть видео и вот это все делать. Такие у меня игры разума. Не бойтесь, сметана не прокиснет. Я с работы утром приду и ее... добью с чем-нибудь. Может быть, куплю творог по дороге домой. Да-да-да-да-да. Немножечко молочка, чтобы было такое, знаете, как масса творожная пожиже. Я очень не люблю, когда сухое. О. Такой у меня завтрак, мои любимые. Так, надо только не разбрызгивать. Я как кашу-малашу, знаете, леплю. Помните, как мы сидели в лужах?
Не знаю, мы сидели, может, вы нет. И лепили каши-малаши. Это был такой кайф. Слышите? Будь собой. Не будьте удобными. Проявляй открыто себя. Слышите? Ты уникальна. Да, я уникальна. В проявлении уникальности своей ты бесподобна. Ты прекрасна. Да, это правда. Вот такая, как есть. Да, это правда. Где-то даже самой себе непонятная, чувственная, импульсивная. Точно. В тебе сила есть, необъятная. Но бывает, ты тонешь в бессилии. Ты прекрасна, как есть. Да. Прямо сейчас. Это правда. Пойми, милая, ты здесь просто учишься проживать с любовью себя. Учишься любой свой опыт в любовь превращать. Все. Тихо. Сейчас буду вам свой стих читать. Это по традиции. Заблудилась. Отодвигаем. В дебрях потерялась. Маленькая, низко, как душа. Ну так не могу, надо же попробовать, вкусно или нет. Потому что у меня слюни текут. Все стерпела, вынесла. Обалдеть, самое то. Очень вкусно. Вспомнила, как я сегодня утром грохнулась. По-моему, там даже матюкнулась. Ну, на Ютубе можно. Хотя вообще нельзя, мои хорошие. Не ругайтесь. Хотя у меня стих есть. Помните, я вам недавно читала, что я даже в сквернословии и во всем этом даже все равно слышу ом и что-то настоящее, когда это идет в эмоциях, от души, по жизни, понимаете? Что-то я долго пробую. Ладно, читаю стих. Реально вкусно, не оторваться. Обалдеть. Стих я еще не писала на стену, так что его никто не видел. Вы сейчас будете первыми. Видите, как я вас интригую. Смотрите, что я поставила на стену. Кто в контакт ко мне не заходит. Смотрите, какие они прикольные. Давай. Класс. Вообще такие лапы. Ладно. Стих. Стихы, как говорил мой бывший. Ну, не мой. И хрен с ним. Опять стихы? Лучше бы ты шашлык сделала. Зачем мне твой стихы? Что буду с ними делать? Действительно. Так. Я вся в тебе, моя любовь. В тебя влетаю без остатка. В тебе вселенская вся новь. Мне в вечности с тобою сладко. Мы океанов глубина, мы блеск звезды и света яркость. Тотальная ты новизна, моя вся сила и вся слабость. Тобой пленен одной навек, тебя неся во все пространства, с тобой я дух и человек, с тобой познал, что значит братство. С тобой любовь превозношу до самых высших горизонтов, и в сердце лишь тебя ношу, от страха мне не нужно зонта, лишь ты во мне. А, коль ты во мне, то страха нет, есть лишь любовь, в ней растворение, где ты, там только Бога свет, нет, ведь мы с тобой его творение. Такой у меня стих написался, я еще проснулась, говорю,
Что-то у меня уже пару дней не пишутся стихи. Наверное, пришел лысый мой начальник, понизил мои вибрации, и у меня вообще не пишутся стихи, что я даже сегодня грохнулась. Когда шла на него, жаловалась. Болтаю с полным ртом, простите, очень вкусно. Вот. И потом мне сразу так раз ангелы показывают. На, пиши. И написала стих. Так что не в них дело. Все во мне, мои любимые. Все тараканы у нас в голове. Все страхи, придуманные нами. Их не существует. Все болезни, тоже придуманные нами. Их не существует. То, что сейчас многие болеют, это просто идет очищение. Потому что я вчера стояла, когда возле храма мне пришли такие знания сами в голову, что нет уже никаких болезней, нет ни вообще, кроме любви, вообще ничего нет. А все это очищение наше, наше обновление от наших всех вот этих программ, которыми нас учили. Понимаете? От этих всех оцениваний. Нас постоянно всю жизнь кто-то оценивает, и мы на это реагируем. Понимаете? Вот помните в школе, когда мы маленькие, я вам рассказывала, учительница берет меня за руку и линейкой хочет мне врезать за то, что я там что-то неправильно написала буковку. Это же жесть. Это просто строит меня и превращает меня в скота. Понимаете? Или вот всем вам писали в дневниках там что-то красными чернилами вызвать родителей или кол там ставили. Мне ставили, вам не знаю, а мне ставили очень часто. Писали поведение, неуд или что-то. И все это красными чернилами, это все нас пришибало, манипулировало. Или как там, вот такие вот манипуляции гадостные превращали нас в каких-то этих, как их, моллюсков, которые реагируют на все это, понимаете? А потом прячутся в свои вот эти вот панцири, домики. Так что, мои любимые, этого всего нет. Это все нам наговорили. Все у нас в каких-то там этих нейронных связях отложилось. Вот я сейчас не знаю, как я своей дочери, например, старшей, смогу донести, что то, что ей папа чуть ли не с самого рождения втирал, это не истина. И то, что моей второй дочери, вернее четвертой, ее отец тоже втирал постоянно. Мы приехали когда с подругой с моей в Ливан. Он говорит подруге моей сразу, чтобы показаться ей красивеньким, хорошеньким, потому что психопаты у них такая идет захват, короче, всех, чтобы все думали о них, что они неотразимы и самые лучшие. Сразу начал ей говорить: она нас бросила, бегала от меня, бросала меня, бегала от меня, бросала меня. Он думает, что подруга, ну моя-то подруга, она верит мне, и ему сразу нужно перед ней очиститься и сказать, что это я плохая, что это еще что-то. А она вообще, у нее такой характер, она говорит, что он ко мне лезет. Вот. Так что все наши страхи только у нас в башке. На самом деле их не существует. Ничего не существует, кроме любви. А я буду кушать и бежать на работу, мои родные. Очень-очень люблю вас. И Эльвиру С тоже. Она мне написала, кстати, что С, это ее фамилия начинается на С. Но я так и поняла. Просто она же не написала название, ну, фамилию свою. Вот. И сказала, что она разочаровалась в Ютубе и удалилась. У нее были даже свои видосы. Но это грустно. Хотя это тоже, наверное, для нее какое-то развитие. Так что она до чего-то, наверное, тоже доходит своими. У меня тоже такое часто бывает. Я раньше вообще так напишу стих, а потом думаю, что за фигня? Ну и выкину. И много так выкидывала стихов. И у меня подруга моя, философ, она очень много моих стихов так из мусорника доставала. И так выпрямляла эту бумажечку и собирала целыми стопками моих стихов. А я реально строчила ночами, днями и выкидывала.
Вот, она реально очень много моих стихов там где-то понасобирала. Я не знаю, где они сейчас, но где-то у нее там в закрома. И моих рисунков у нее там стопки. И эти целые шкафы. Ладно, мои любимые. Очень-очень люблю вас. Всем волшебного воскресного вечера. Спасибо, что вы есть. Пока-пока. Люби душа.